Ежегодно в конце мая в станице Вешенской Ростовской области проходит одно из самых масштабных мероприятий в мире русской литературы – Всероссийский литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна». Праздник приурочен ко дню рождения Нобелевского лауреата, великого писателя 20 века Михаила Александровича Шолохова, с произведениями которого знакомы не только в России, но и во всем мире. В этот день в станицу съезжаются гости из разных уголков нашей планеты. Все, кто увлечен творчеством великого писателя, кто интересуется жизнью, культурой, бытом донских казаков, любит истинно народное искусство. Литературный праздник впервые прошел в 1985 году в честь 80-летнего юбилея писателя и с тех пор получил всенародное признание и приобрел международный статус. Это и не удивительно, ведь в дни его проведения в станице Вешенской собираются тысячи гостей со всего мира. Сейчас нашим командам предстоит представить на суд зрителям чудеса вольной джигитовки. Состязание, которое мы проводим каждый год, дабы участники навыки и здоровку не теряли. Так, ну что, начнем также с капитанов, да, нормально? Вот, оставлять. Так, ну, две команды, да? Две команды, так, кто будет? Ну, выбрались, так. Ну, давайте, конники наши. По команде ведущего представитель команды должен на конике проскакать, показав приентам чудеса джигитовки. Одним словом, отчебучить что-нибудь, сидячи верхом на конике. Для натуральности. Уже начали, да. На гаечке есть? Вы готовы? Вы готовы? Вот, знаете, вот вы требеньки, вот что тут вот на конике, вот что душа пожелает? О, вот это вот точно казак. Старенький, правда, ну ничего, еще проживе, да? Ну, давайте, а зрители, мы давайте бурными аплодисментами поддержим, да? Ну, давайте. По кругу, да подожди, Серёня, вернись сзади. Серёня, я не сказал, раз, два, поехали. Нехай уже катаемся, давайте. Ах, вы тременьшки, давайте. Ребятушки, ну глядите, один казак потихонечку, степененько вычебучил, подчебучил, ни коника не потерял, ни на гаечку не выронил. Хотя, казалось бы, да, вроде все, да, как бы казаки. Так потому был необъезженный. Ну как необъезженный? Один справился, объездил, другой и на гайку потерял. И коня профукал. Так, ну, я думаю, единогласно, да, что вот у нас вот Боковский район заслуживает медальки, да? Бурные аплодисменты. Ну ладно, пусть будет благословен. Пусть будет благословен. Серёж. Ну, чтоб не обижал, зато начнёт потом припоминать. Удивительна история возникновения этого поистине народного праздника. 21 февраля 1984 года Михаила Александровича не стало, а 24 мая того же года, в день его рождения, местные жители достали из сундуков старинные казачьи костюмы, вышли на улицы станицы и запели, заиграли, как говорят казаки.
Народный фольклор, обычаи и традиции казачества, весь колорит богатой донской земли. Все то, чем пропитаны книги Михаила Александровича Шолохова, представлено в эти дни широкой публике. Но не только казачья культура воспевается участниками фестиваля. Радушные хозяева гостеприимно принимают у себя представителей десятков народностей. Богатая трехдневная программа праздника начинается детской шолоховской весной в станице Каргинской, на которую приезжают детские коллективы со всей России, выступая и радуя зрителей, знакомясь, участвуя в мастер-классах, а главное – учась жить в мире и радости. В этот же день в станице Вешенской, в районном дворце культуры, проходит публицистический художественно-творческий вечер. Изюминка праздника – выставка соревнования районов Ростовской области в гостеприимстве «Задорный курень». На станичной площади выстраиваются казачьи курени, хозяева которых приглашают гостей отведать старинные казачьи блюда, спеть и сплясать вместе с ними. Именно на фестивале «Шолоховская весна» зародилась широко распространенная в настоящее время традиция – представлять отдельные территории посредством подворий, демонстрирующих национальную кухню, национальный костюм, элементы убранства или утвари дома. Слухаем дальше. Не казак, а с усами. О четырех ногах, а не конь. Рак. Ура, хочу. Но, так какой это ты у нас был? А сейчас сам женился. Начинается вот это вот. Ну кто? Рак. Какой табурет, рыба моя, с усами? На четырех ногах, а не конь. Я сказал, кабель. Кот. Девчата, орут, а вы кабель. Серёня, ну что ты вот это вот начинаешь? Днём на главной площади станицы проходит фестиваль. Оборудованы выставки казачьего быта и традиций. Всех гостей ждет веселая ярмарка, где можно приобрести сувениры и товары, выполненные мастерами и ремесленниками. Здесь можно угоститься и вкусными традиционными донскими блюдами, а также от души отдохнуть и зарядиться энергетикой вольных донских казаков. На нескольких сценах один за другим выступают ансамбли песни и пляски разных народов. Кстати, все желающие могут принять участие не только в экскурсиях, но и в концертных программах и конкурсных соревнованиях. Здесь рады всем, от мала до велика, каждый найдет занятие по душе. Елизавета Костюкова, Евгений Голосюк. Специально для канала «Вселенная Beautiful World».